Дорогие друзья, мы начинаем наш концерт, посвященный юбилею нашей школы. Сейчас мы услышим, как сводный хор школы хорового искусства «Полет», в составе которого были все учащиеся нашей школы, исполнил песню «Мы недавно называемся полетом». А сейчас мы предлагаем послушать выступление наших самых младших артистов. Представляете, многим здесь всего по 5 лет! И они в 10 раз младше нашего полета. Счастливые, у них еще все впереди. Ну да, не то, что у нас. Мы ведь уже с тобой бывалые. На сцене младшие хоры «Капелька» и «Зернышко». Дирижеры выпускницы школы хорового искусства «Полет» Анна Аполлонова и Ольга Улекова. Я с большим удовольствием поздравляю как выпускницу свою любимую школу «Полет». Говорю ей огромное спасибо за любовь к песне, за встречу с хорошими, самыми лучшими друзьями. А откуда начинается любовь? Любовь начинается с детства, с нашего полетовского детства. Thank you.
Наша школа постоянно развивается. Уже много лет назад появился класс вокала, потом вокальный ансамбль, который сейчас уже достиг такого уровня, что стал известен из имени и в нашем городе, и в Москве, и в Московской области. Вокальный ансамбль – это наша мобильная группа. Такая группа быстрого реагирования. Да, ведь кроме того, что они приводят призовые места с областных конкурсов, они еще поют то в ЗАГСе, то в санатории, то в Московском планетарии. Так что принимаем заявки на корпоративы. На сцене вокальный ансамбль. Руководитель, выпускник школы хорового искусства «Балет» Дмитрий Курносов. Thank you.
Александра, а ты знаешь, что за эти 50 лет в каждой десятой семье нашего города кто-то учился в полете? А может быть, даже в каждой второй? Так это же половина нашего города! А число концертов, в которых участвовал хор, уже перевалило за несколько тысяч. И за все эти годы полетовцы побывали более чем в 30 странах и в некоторых даже по нескольку раз. Ничего себе! В общем, мы – мировые звезды. Между прочим, и я в этом году выхожу на международную арену. Да-да, во Францию с полетом собирают. Уже? А ты помнишь, какой ты была, когда пела в ручейке? Нет, не помню. А я помню. Конечно, тебе легче. У тебя брат в ручейке поет, а моя сестренка только в капельку собирается. Зато моя мама в хоре выпускников поет. На сцене хор «Ручеёк». Руководитель, выпускница школы хорового искусства «Полёт» Татьяна Хабарова. Thank you.
сейчас на сцену выйдет дочь нашего преподавателя, выпускница класса фортепиано Белла Пахчеляна. Thank you.
Кисхаозе специально для нашего хора. Это произведение называется «Озеро» на стихи Купаташвили. И сейчас я хочу пригласить сюда солистов разных поколений. Сегодня солируют у нас Светлана Жилина, Анна Аполлонова, Аня Карпина, Оля Булекова и Юля Булекова.